Ребята, всем салют, вы на моем YouTube-канале. Сегодня распаковка ваших заказов с Poison плюс ценник и оценка. Поэтому всем желаю приятного просмотра, поставь лайк, комментарий, подпишись. Ты все и так все знаешь, поэтому начинаем. Первый заказ — это у нас Кокса в коллаборации с Шреком. Как вам эта пара? Я не знаю, что им поставили по оценке. Заказал у меня ее мой хороший клиент. Не знаю, что у него было в голове, но он их заказал. Ценник здесь будет написано, оценочку я им поставлю. Блин, на самом деле хай. Восьмерку я ему поставлю, только из-за того, чтобы поддержать. Так бы, если не он заказал, поставил бы оценку троечку. Так, следующий заказ. Это у нас данки с лаковым слушан, лаковая пара. Все это плохо выглядит. На единички не похоже, на лоу. Очень сильно похоже на единички. Оценка будет им шестерочка, потому что это единички в данках. Вот, оценка здесь будет написано. Так, следующий заказ. Это у нас Puma. Ценник здесь будет написан, но оценку я им уже ставил. Для Puma это 7, для Sneaker Culture это пятерочка. Так, следующий заказ. Это у нас данки. Мне очень нравится вот эта расцветка, она выглядит очень аккуратно. Под лето прям самое оно. В белых носочках, бело-серая пара. Это кайф. Оценка 8, ценник будет написан здесь. Следующий заказ. Это у нас Nike TN. Я не знаю, что им ставить, я им низкую оценку ставлю. Мне очень не нравится эта пара. Ценник будет здесь написан, оценку напишите в комментариях. Следующий заказ, это у нас New Balance, но это стабильная пара для лета, ценник будет здесь написан, но оценка им шестерку поставлю. Очень удобная, мягкая пара. Так, следующий заказ, данки, оценка им семерочка, ценник будет здесь написан. Ее, кстати, у нас заказывают очень часто, в основном девушки, поэтому девушки не знают, что заказать себе, вот, хороший вариант. Следующий заказ, это у нас New Balance, очень классная пара. Прям вот реально аккуратно. Мужская, серьезная пара. Ценник будет здесь написан, но оценочка им будет восьмерка. Классная пара, мне она очень нравится. Прям топчик. Для New Balance, для лет это вообще идеальный вариант. Стоит недорого, поэтому присмотритесь. Классный вариант. Так, следующий заказ. Это у нас единички. Какой выглядит? Но оценочку я поставлю 6. Не очень люблю красный цвет. Ценник будет здесь написан. Так, следующий заказ. Это у нас Air Max. В 2019, наверное, году они были прям очень такие популярные. 270-е. Но это как будто переработанные, я не знаю. Среди 270-х выглядит очень мощно. Оценка будет 6, а ценник будет здесь написан. Так, это у нас шорты, они у нас без оценки. Следующий заказ — это Джорданы. С карбоновой вставкой типа, или может быть реально с нею. Не знаю, не мой вариант. Как по мне, 11 должны выглядеть вот так. Они как будто намного эффективнее выглядят и солиднее. Им я поставлю пятерочку, а ценник здесь написан. Так, следующий заказ. Это у нас Рибоки. Это из серии бюджетные пары и выглядит достаточно неплохо. Кстати, очень приятная на ощупь кожа. Блин, стоят они очень дешево на самом-то деле для кроссовок. Ценник будет здесь написан, оценка среди цена-качество и тому подобное. Я бы им восьмерку поставил, только вот цена-качество. А так, как сама пара и тому подобное, не знаю, пятерочка. Ну а так оставим восьмерку 8. Так, следующий заказ у нас Данки SB, пара пух. Очень классная пара. Кто знает, напишите в комментарии, кем это коллаб, через чего этот коллаб. Стоят они прилично. Ценник будет здесь написан, но оценочку я им поставлю 9, наверное, поставлю. Очень стандартная пара, зеленый цвет еще. Если его сочетать умеете, будет там топчик. Классная пара, советую. Следующий заказ. Очень классная упаковка у этой пары. По баскетбольному даже. Но это вроде как беговые кроссовочки, Nike, Zoom'ы, Zoom Max, третьи. Блин, очень солидно выглядит, прям лайк. Nike молодцы, Nike прям, Nike всю сникер-культуру держит. Кто согласен, поставьте плюсик в комментариях. А ценник вот здесь написан, оценочка очень мягкий, очень, мне кажется, удобный. Мерить я их, к сожалению, не смогу. Я думаю, что им можно поставить смело. Для бега 10 100%, для ходьбы бега, а по визуалу 7. А оценка 10 мы им оставим, так как мы оценим все. Следующий заказ — это у нас это форсы для тех, кто любит пить пиво на рыбалку. Едем на рыбалку, и мы бухаем пиво. Классная пара, мне она очень нравится, ее очень много кто ждал в релизе. Стоит вообще недорого, я не знаю, реально топчик. Тут даже болтики в комплекте, все как положено, можно снять эту открывашку для пива. Если я эту куплю, эту пару, я пиво не пью, но классная пара, если что, советую. Вот, оценка ей 8, ценник здесь написан. Следующий заказ — очередные Nike. Nike номер один в Sneaker Culture, как я это говорил. Черные данки, пёрплы, все здорово. Ценник будет здесь написан, оценочка 7. Я по них уже много чего говорил. Классная пара. Следующий заказ — это вансы. Без вансов у нас заказы, ну, просто не получаются. Бандана.
Чё, как вам? Пара. Там сейчас они на каждом втором, но только не в такой расцветке. Просто на каждом втором такие панцири открываются вообще уверенно. Очень классная пара. Стоит, кстати, недорого, относительно дешево для кроссовок. Вот, оценка им 8, ценник вот здесь написан. Очень классная пара. Так, следующий заказ вновь Nike, это данки. Очень сильно похоже на данки SB, которые велюровые были в Strange Love. Мне не нравится, на самом деле, эта пара. По материалу приятно, да, согласен, но как-то, мне кажется, это жалкая пародия на те данки SB. Оценка им 5, ценник здесь. Так, следующий заказ. Это у нас Adidas. Я, честно говоря, не знаю, как они называются. Но, думаю, стоит недорого, ценник будет написан, оценочка и пятерочка. Не знаю, мне не очень такие пары нравятся. Следующий заказ, это очередные Nike, это Shadow. Это очень рарная пара вообще в сникер-культуре. Это что-то нечто, особенно версия High, когда она была в коже. Первые подделки Nike начинались тоже с этой пары, только с хай-версии. Классная пара. Моя какая-то вообще вся серия, чем я занимаюсь, начиналась с вот от этих пар. Ценник вот здесь написан, недорого стоит. Это типа а-ля Рестока. Вот, а оценочка я не могу не поставить десятку, так как это история. Раз заказ, два заказ. Их я вместе покажу. Я не очень приветствую такие пары. Это не мое. Это не мое. Это просто не мое. Я не знаю, это не мое. Ребят, перестаньте, пожалуйста, их покупать. Да, они дешево стоят, да, они дешевые, да, они, может, где-то эффектно выглядят. Ну, это колхоз. Извините за мат, но это реально колхоз. Я понимаю, что, возможно, вы обидитесь на то, что я это сказал, но это сугубо личное мое мнение. Я бы лично, вот я, как продавец, у него самого пар 80 точно есть, я вот такое просто вот... Я на них скоро буду ценник ставить, как будто это они по 150 тысяч рублей стоят. Ну, просто реально, честно скажу, мне приятно с такими позициями работать. Оказывает, в основном у меня вот эту пару я заказал очень, я так скажу, короче, постоянный клиент. Мы с ним посмеялись над этой парой. Это я не помню, кто мне заказал, но просто хватит их заказывать. Убедительное производство. Ребята, вы думаете, видос закончился, но нет. Здесь будет сейчас пара. Напишите, пожалуйста, в комментариях, она стоит 60 тысяч рублей, какая-то пара будет. Сейчас будет пауза, я вернусь. Ребята, ну я вернулся. Что это за пара? Эта пара была куплена тем пацаном, у кого с деньгами вообще никаких проблем нету, видимо. Я не знаю, может быть, их печатает или еще что-то. Но это Rick Owens. Это Rick Owens за 60 тысяч рублей. Я не знаю, вот меня жаба бы задушила такую пару купить за 60 тысяч рублей. Зато позже приятное, все хорошо. Но я не знаю. Если здесь будет 200 лайков, я куплю еще одну оригинальную пару, такую же. И сделаем обзор. Мы выйдем на улицу и будем сравнивать там. Мы снимем все эти бирочки и тому подобное. Это очень дорого. Это очень дорого.